ресторанчик. Красивая такая крыша. Почему у меня зум? Здесь еще один ресторан. Красиво. Идем, зайдем внутрь, посмотрим. Сори. Так, здесь еду дают. Мы уже покушали, к сожалению. Я бы покушала эту. Я обожаю арабскую еду, обожаю. Что это? Там еще вегетарианское. Это вегетарианское. А нет. Chicken and lamb. Ага, здесь типа гирос. Мясо. Они только-только открывают. Посмотрим, какие ям-ям. Вот это надо было брать. Блин, мы не туда пошли. Вот это как клево. We went to the wrong place. Look at this. Next time here. Красиво так. Какой коврик на стене висит. Это же кафешка так, ну, можно выйти. Интересное такое кафе, слушайте. Да, я буду сюда ходить. Мне нравится. Пусть далеко ехать, но удовольствие море. Блин, времени нету особо. Sorry. Я зайду туда, хорошо? Идем. Смотрите, как красиво. Так красиво. Все сделано как натуральное вообще. Гляньте. Фонтанчик. Клево. У меня друг в Марокко ездил. Такие хорошие фотографии делал. Но здесь магазин. Я здесь уже была. Но просто покажу вам. У меня есть видео еще с прошлого раза, но я не помню, где эти видео. Как красиво. Это просто обалдеть. Смотрите, вот здесь так прохладненько. Как красиво. Ой, солнечко. Сейчас. Смотрите, какие дома у них красивые, да? С такими двориками. Умеют люди красоту создавать. Водичка. Так красиво, смотрите. Все-таки разные культуры, они вносят в копилку цивилизации хороший вклад. А то и не, тогда не так скучно, всегда разное что-то новое можно увидеть. Я думаю, это очень клево. Смотрите, как сделаны двери. Вот это... резьба, наверное, ручная работа, наверное, я думаю. Очень красиво. Все, иду туда, в этот магазин, посмотрю, как там. Смотрите, какое красивое украинское платье. Шучу. Пахнет пряностями, не пряностями, а палочками. Клево так, слышите? Вот эти сидушки, они с кожи натуральные, они очень дорогие, между прочим, вот эти. Ой, пахнет красиво палочками. Ковры. Не знаю, они, наверное, не на продажу, скорее всего. Так, я хочу лампу Аладдина. Стоит такая коробочка $23. Такая. Всякая всячина. Лампа Аладдина. Я хочу лампу Аладдина. Так. Лампа Аладдина стоит $35. Нифига себе. А почему у него лампа Аладдина? И здесь, смотрите, этот, как его? Сфинкс. Не сфинкс, а... ну... фараон. Причем здесь Аладдин, фараон. Какой-то маразм. Рахат Лукум.
приправы, смотрите. Ну, их можно купить в арабском магазине, лучше там дешевле. Баклава даже есть, смотрите, вот такие сладости, вот эти, чай. Все, что хочешь. Ну, конечно, здесь все намешано. Ой, какая лампа красивая. Не знаю, я люблю такое. Я хочу одну комнату дома сделать в таком восточном стиле. Какие красивые. Но эти тоже с этими. Это маленькая $23 стоит такая. Красивая лампа. Может купить себе такую. Я хочу золотую или бронзовую. Ой, какая красота. Как красиво. Такой тяжелый. Всякой хрени продают. Это что? А что это? А, заколка. О, вау. Заколка в волосы. Клево. Вот это красивая вещь. $12 стоит такая. Это мне нравится. Так как ее назад ставить? Это красивая вещь, интересная. Зеркало такое. Супер-супер клево. Красиво. Ладно, иду дальше. Сейчас пойду в другой магазин. Я вам просто показываю, что могу сейчас. Потом я... Сексизм. Это еще один магазин. А ну, зайдем туда. Здесь одни магазинчики. Ну, там продают то же самое везде. Так что особо смысла заходить в каждый нету. Лампы. Смотрите, смотрите, какая красота. Это ресторан Марракеш называется. А там что? Этот ресторан не дешевый, насколько я помню. Тоже магазинчик. Ну все, идем. Тут посмотрела, все в магазине тоже самое продают. Не хочу сейчас лампу покупать. Не знаю, пока не хочу. Потом. Потом. Так, где мой ребятенок? Ну, давайте зайдем еще сюда. То же самое. То же самое. Видите? Лампа с этим, мне это не надо. Хотя, как посмотреть? Сойдет. Тату кит. Хенна для тату. Сколько он стоит? $10 стоит такая вот. Тату. Как красиво. Это что? Нет, это совсем не то, что мне надо. Это заколки для волос. $16 стоит. Красиво. Это что? Это ручная работа. Клево. Ой, какие лампы красивые. Хочу такую лампу. Сколько они стоят? Этот коврик $25 стоит, а лампа? Не знаю. Handmade in Morocco. Я их на eBay видела, такие лампы. Они их еще, их можно в магазине купить диснеевском и домой пришить. Но здесь дорого, я вам говорю. Вот, вот этот стульчик, он надувается, там шкуру или какую-то шерсть кладут внутрь, и можно на нем сидеть. Но они дорогие. Они довольно дорогие. Это красивое. Я не знаю, я не ношу бижутерию, почти. Красиво. Клево.
Все, пошли дальше. Здесь еще один магазин. Хм. А здесь не, здесь не было еще. Так, надо уходить. Все. А это что, маракас? Сколько стоит? Стоит $13. Прикольно. Отгонять неудачу, между прочим. Красиво. Можно что-то для себя найти. Так, мы опять в ресторан зашли. Так, я не поняла, что вокруг прошлась. Прошлась вокруг их. А пальма, между прочим, совсем не нашинская. У нас такие пальмы не растут. Видимо, привезли оттуда. Она такая тоненькая. Интересно. Так. Видите, я только что здесь была. А вот она сидит. Все, пошли. Там была эта лампа Аладдина, маленькая, $25. Большая, $35, но на большой были это сфинкс. Не сфинкс, а фараон. Причем здесь Аладдин к фараону, так и непонятно. У нас уже Fast Pass начинается, нам надо уже идти на Fast Pass, а потом мы хотим поехать в другой Disney парк. Поэтому я сейчас не буду заходить в эти, ну, в средину везде сюда. Я поеду сама, малая очень скучает. Она сидела уже там, инстаграмила себе. Короче, я не хочу тоже ее напрягать, так не очень хорошо. Еще одна жрачка, да. Я уже не могу, столько пирожен съела, 3 штуки аж. Ну, они, правда, небольшие были, но все равно. Я уже так много не ем. Так, это Япония. Мы сейчас в Японии. Мы сейчас просто вокруг обойдем, посмотрим там по-быстренькому. Потом я приеду сама и все поснимаю. Как красиво. Смотрите, как красиво. Это просто обалдеть. Вот чисто натурально, да? Обалдеть. Japanese Garden. Посмотрите, сделали миниатюрные такие японские сады. Вон, смотрите, как прикольно придумали, да? Целый какой-то монастырь придумали. Здесь вот эти. Боже, как красиво. Я вообще японскую культуру очень уважаю. Конечно, они молодцы. Есть у них и странности, но ладно. Что такое? Смотрите, как там красиво. Я сейчас не буду туда заходить. Я говорю, я потом зайду в другой раз. Сейчас мы просто так пробежимся. Уже 11:30, уже надо чухать. Уже очень жарко становится, между прочим. Мне малая жару не очень любит. Вот она, наверное, из-за этого она уже ноет мне здесь. Кабуки. Что это? Здесь есть еще plum wine. Можно купить даже, смотрите, здесь выпивку можно купить. А, это лед цветной. Да, это такое суши, одно название. Вот это озеро, видите? А? Это ты любишь такое кушать, такой junk food. $7 стоит с сахаром. Вот это... Funnel cake, короче, типа хрустика, но большой, посыпанный обильно с сахаром, сахарной пудрой. Ну, такое, когда очень голодный, можно покушать, но я такое не ем. Я даже когда голодная, его не ела. Так, мы подходим к Норвегии или куда мы подходим? Не, в Америке, мы в Америке сейчас. Какие красивые игрушки. Смотрите вот на эту злую, злюку. Ну что, разве она злюка? Она же клевая, такая смешная. Смотрите, какая прикольная, да? А ты что-то сделала? Что такое личико виноватое? Такие красивые куколки. Смотрите, какие прелесть. Прелесть. Мы в Америке сейчас. Здесь красиво, здесь я люблю. Здесь есть просторно, как в Америке. Все большое. Все красивое, чистое. Вообще Америка супер страна.
обожаю Америку. Очень клево здесь. И независимо, сколько у вас денег, вам все равно здесь клево. Ну, конечно, чем больше денег, тем лучше здесь. Вот, потому что есть куда поехать, что посмотреть, чем заняться, были бы деньги. Вот, если денег мало, то приходится пахать и пахать и пахать. Ну, с другой стороны, когда вы уже все купите, у вас уже все есть, и вы только работаете для фана, для ради, ну, уже тогда деньги тратите на удовольствие, на развлечения и на еду. Как и американцы делают. Поэтому им хорошо, как-то мне один там... Ну ладно, это я в машине расскажу, потому что это меня достало. Не достало, а мне есть что ответить. Так, мы уже где? Мы в Италии, мы в Италии, мы в Венеции уже. Италии. Мы в Венеции. Какая красота сейчас. Посмотрите, какая прелесть. Сделали с этих собачек с кустов. Какая прелесть. Это просто не, это нереально красиво. Слушайте, такой запах. Ну все, идем. Идем дальше. Мало и скучно, блин. Все, я решила, я поеду сама, да? А? Кошту Немкия. Келе зубор. Бесплатно можно попробовать. Бесплатно, да? Бесплатно, фри? Я думаю, что нет. Пиццерия. Ой, а мы здесь еще не были. В прошлый раз здесь закрыто было, помнишь? Давай пройдемся, посмотрим. Мне самое интересное. Какая красота. Боже мой, какая красота. Вот умеют люди развлекаться. И не удивительно, что дорого стоят билеты, все равно их покупают. Потому что это хлеба и зрелищ. Типа Милан, да. Все равно красиво. Ресторан. Ну что, давай идем отсюда. Идем дальше. Да, я потом зайду и сюда. Вот цены приблизительно. Это аппетайзер. Довольно дорого. $32 за какой-то... А, это целый плейтер. Это большой для, на двоих. Ну ладно, каламари 18. Обычно он $80 стоит. Салат Цезарь 17. Немножко дорого. 25 за спагетти. Боже, да их можно за пару долларов. Нет, это очень дорогой ресторан. Я не понимаю, почему. Они что, с трюфелями там готовят или с чем? Я не знаю. Короче, пошли отсюда. Не, ну может, конечно, и стоит попробовать. Мы потом посмотрим. Так, дальше, идем дальше. Типа Палас, дворец Дожей. Типа. Ну, красиво, я вам скажу, красиво. Идем сюда, зайдем. О, вау. Look at this. $12 такая масочка. Эти уже дороже, наверное. Ой, какие маски. Глянь, какие маски. Look at this. О, вау. Идем. Здесь какие-то духи. Так, это что? Aqua di Parma. А, я знаю эти духи. I'm sorry. Так, здесь духи. Такой хороший запах. Блогари. Такая сумочка. Сколько она стоит? Сколько она стоит? Так, смотрим. Это leather. Ну, это кожа. $140. А что так дешево, если это кожа? $140 всего. Красивая сумка, правда? Духи. Хочу что-то попробовать новенькое. Сейчас. А что? Валентину? Вот не люблю я Валентину духи. Это не мое. Хотя, смотря какие, может и у него что-то приличное есть. Ага. Блин, жарко мне, жарко. Так, что здесь еще? Сумки всякие, кожаные. А вот сумочка тебе понравится, смотри. Все, идем дальше.
Не хочу я эти духи их, не знаю. Сколько она стоит? 190. Такая маленькая сумочка. Ну ладно, чухаем дальше. Идем. Нашел. Брызнула на меня на каким-то Валентино духами, теперь воняют. Не люблю я Валентино духи. Смотрите, сколько цветов. У них фестиваль цветочный. Look at this. How many flowers? Смотрите, как клево, да? What? Они больные. Ля, идем, не будем мы сейчас ничего покупать, потому что мы столько пирожен съели, что ну его нафиг. Вот эти все страны, они вокруг озера, по кругу как бы. Озеро типа круглое, а они вокруг, вот по кругу. И довольно, ну очень, довольно близко друг к другу. Можно там за полчаса хорошо обойти, все посмотреть. Ну так, знаете, галопом по Европам. Вот. Но чтобы хорошо рассмотреть, это надо, конечно, на целый день идти. Но здесь есть что посмотреть, это такое развлечение. Ну, мне нравится, по крайней мере. Я люблю такое визуальное, всякую красоту. Смотрите, какие из кустов сделали. Прикиньте, такое внимание к деталям, столько все продумано. Мы уже, это Корея, вот это Корея. А потом Китай. Но мне кажется, что это Корея, потому что там, хотя, может, я ошибаюсь. Бамбуковый сад. Очень красиво. Что сказать? Очень красиво. А видите, бамбук еще разных сортов. Вот этот черный. Черный, высокий. Вот этот такой толстенный. Это этот, короче, толстый. А вот этот тоненький. А там еще один бамбук есть. Сейчас я вам быстренько покажу. Одну минутку. Смотрите, еще какой-то бамбук, а там еще бамбук по-другому, по другой, короче. Как красиво. Ну, это Корея, по-моему. Хотя я могу ошибаться. Я буду делать, наверное, отдельно видео на каждую страну, потому что в каждой стране очень много всего. Здесь панды сделали с этого, с кустов. Прикольно, да? Бамбук такой красивый. Смотрите, какая клевая красота. Да, это Норвегия. Акершхус. Не знаю, что это. Красиво, да? У них же есть такие вот здания, еще сколько им уже старые, и стоят с дерева, да? Так, мы уже в Мексике. Типа пирамида. И здесь тоже есть, вот на этой стороне. Мы туда заходили, там ресторан внутри есть. И немножко типа музейчик такой. Слушайте, уже народу здесь. Я себе представляю, что там в Magic Kingdom творится. Там вообще столпотворение. Ресторанчик какой-то. Такос, начос, чурос. Короче, всякая фигня, она говорит, ям. Блин, это самая такая еда, от которой, короче, нездоровая еда. Я вот вчера узнала, ей показала специально, потому что она мне не верила. Она думает, что я вру. А кукурузу, когда вот привезли с Нового Света кукурузу в Италию, на севере Италии начали ее садить, потому что она приносила в 10 раз больше урожая, чем пшеница. Пшеницу нафиг с пляжа. Начали садить кукурузу и начали кушать кукурузу. И в кукурузе нету никотиновой кислоты, и это вызывает пелагру. Пелагра, она, конечно, смертельная болезнь. Это нехватка витаминов, там определенных. По-моему, ПП-витамины, еще там какие-то. Кукурузу, если много кушать, очень это... Там симптомы всякие разные, но особенно с кожей, там такие, ну, такие язвы на коже, капец, короче.
Вот, и потом еще слабоумие, приобретенное слабоумие оно вызывает. Есть врожденное слабоумие, а это приобретенное. Вот такие все Альцгеймеры, это все приобретенное слабоумие. Вот, и пелагра, она вызывает слабоумие, приобретенное слабоумие. Вот, от нее бывает. Вот кукурузу едят, и последствия они, еще и агрессивность вызывает. Вот эта кукуруза, нехватка никотиновой кислоты. Вот, и некоторых витаминов, действительно. Я поэтому ихнюю еду стараюсь. Ну, неправильное у них питание. Неправильное. Оно какое-то несбалансированное ни разу. Смотрите, какие красивые вот эти. Куда нам надо идти? Нам в шар надо идти, к шару надо идти. К пирамидам, да, туда. Короче, идем в ту сторону, там выйдем. Так садятся быстро батарейки в этой... в этой камере. Ну, правда, я снимаю уже довольно долго, но я купила себе запасные. Они довольно дорогие. Чем дороже камера, я так поняла, тем дороже батарейка. Смотрите, вот этих тоже сделали чмуриков. Их здесь навалом. Здесь целый месяц они еще будут. Дональд Дак. И компания, и утята. Да, ну обойдемся с этой стороны уже, какая разница. Смотрите, клубничка. Там есть клубника, кстати, я ее вижу. Капуста, красная капуста. Редиска, Swiss chard, не знаю, как по-нашему, колар. Тоже вкусная, полезная. Пак чой, вон пак чой растет. Помидоры, и ничего не желтеет. Смотри, сколько у них помидоров, и они просто в землю их покидали. Блин, надо нам как-то тоже так. Не, в своем доме, конечно, надо грядки делать, а в съемном ничего не остается, в ведрах выращиваю. Смотрите, как красиво. Просто покажу, сейчас здесь нету народа. Это просто цветотерапия какая-то и запахотерапия, ароматотерапия. Не, арома и цветотерапия, вот. Здесь просто можно на лавочке посидеть, посмотреть и подышать этим. Будете в Орландо, обязательно заедьте в Эпкум, ну, в Диснейленд, Дисней Ворлд. И в Мэджик Киндоме красиво, и в Эпкуме очень красиво. Но этот Эпкум, он намного больше. Так, вот это мы уже здесь были. Придумают, кто это? Бегемотики какие-то. Смотрите, какая чистая водичка. Чистюсенькая. Пирамиды. А что в тех пирамидах? Нам надо будет как-то пойти туда. Ну, такая жара, что уже ничего не хочется, если честно. Смотрите, какие пальмы красивые, да? Фу, жарко становится, очень. Сейчас какой-то циклон жаркий идет. Я люблю растения, я люблю смотреть, как они цветут. Что это? Табак. Это табак, эй. Нету запаха табака. Табаку. Смотрите, это табак. Вот так растет табак. В жизни бы не подумала. Кстати, очень недешевые эти... Монорейл поехал. Очень недешевые семена у табака. А вон ананас. Клево, да? Вот этот сорин. Обязательно сходите сюда. Очень клево. Мы ждем на сорин еще раз. Прикинь, в машине как жарко сейчас на улице. Где-то 100 градусов на улице. Мы сейчас едем домой. Здесь три таких A, B, C. Мы в B, а там еще перед нами C. Я не знаю, снимать не разрешают в середине. Вот. Оно и жарко, а с меня вообще течет. Посмотрите, сколько много народа уже. Уже где-то 12 чем-то. Очень много народа. Здесь еще не очень, там мы уже около выхода. Но там было очень много народа. Очень шумно уже, толкотня везде. В этот сорин стоять 45 минут.
Ну и в другие места, вот как, которые мы поехали, там, где растения, в этот шар, там 45 минут стоять. Ну, они, конечно, удивятся, на что они потратили 45 минут. Потому что там не стоит стоять 45 минут в этот райд. Вообще, абсолютно. Вот в этом, вот в этот шар, Там растения внутри. Всякие разные, вот. Ну, короче, один раз сходить надо, посмотреть, интересно, но больше не пойдем туда, скорее всего. Какая температура локал? Глянь на телефоне. Просто интересно, есть уже 100 градусов или еще нет. Я вся в черном и в кроссовках, короче, жарко, надо шортики брать. Смотрите, это в очереди не стоят. В очереди люди стоят. Но мы идем. Мы хотели поехать в этот 89, это, ну, 90 градусов, минус 36, 30 градусов на улице. Вот. Немножко влажновато, но не сильно. Но 30 градусов — это уже жарко, я вам скажу. Мы хотели поехать в другой парк диснеевский, ну, действительно жарко, начинается жара. Мы, и там все попрячутся, все звери, ничего не увидим. Короче, туда надо тоже с утра ехать. Так что мы в пролете. Мы едем на шопинг. Вот. Тоже приятно.